Очень многих. Будет ли вторая волна мобилизации? Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства. Значит, ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Ну, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее. Вот. Вот после этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, а на так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок, но все вместе будет под 500 000 человек. Вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.